там один на один. Финал сегодняшнего, как я уже говорил, один на один на пуджиках. Будем мы наблюдать за Муном и... Ну, тут он написан как Сайлус, но, в принципе, он травка. Не знаю, тут написан Сайлус, значит, он будет у нас Сайлусом. Пока что вы видите рамочку, собственно, но ждем, пока загрузится. Такие очень быстрые вот здесь именно сам драфт, набор героев, так что я уже стараюсь начать заранее, чтобы особо ничего не пропустить. Как долго думают? Да, вот, пуч-пуч. Все, норм. Ну и посмотрим, будет ли это такой же очень быстрый 1 на 1, буквально там 2.10, 2.40. Ну это слишком быстро, то есть обычно в среднее время 1 на 1, даже вот на тех же СФ-чиках, это где-то минут ну, 5-6. То есть ребята уже успевают получить по четвертому левелу койла, пассивка там уже в 3-4 тоже в принципе имеется у некоторых ребят. Тапки грейджены, доходит даже дело до тапков фрейсбенда или какой-нибудь аквиллы там. И еще каких-то лишних артефактов, типа той же клати на самом-то деле. Но вот тут пока не ясно. Что-то покупает, продает. Денег у него мало. Да, точно такой же закон, в принципе, как и делал противник Муна в предыдущей игре. Абсолютно такой же, вот серьезно. Только кларити еще не хватает. По месту именно Iron Branch там кларити было. Но здесь дефолтный закуп. Щиточек, 2 Iron Branch, немного хила. Который на самом деле... Две игры подряд ему вообще нафиг был не нужен. Он просто шел и убивал на второй минуте противника своего. Поглядим. Опять же, пока что, в принципе, с самого начала Мун показывал очень неплохо себя. То есть, во-первых, стопик репочков. Это немаловажно, тем более в 1 на 1 на пуджиках, на милишном герое, вот подчеркиваю, на милишном. На ренджевом там можно что-то попытаться, с пылами покидаться. Здесь такого нет, не будешь ты хуком крипов пытаться добивать, это слишком уж. А вот грамотно подстопить, поднять их к себе на хайграунд, и в принципе все круто. Посмотрим. Опять же, ход что-то чего-то более интересного, чем 2.10, 2.40 и вообще хоть какого-то противостояния от Сайлоса увидеть хотелось бы. Ну хотя, вроде бы он отыграл на одну игру больше. То есть, как бы парень более разогретый, там минут. Ну, на минут 5-6 он поиграл, может, больше, чем, собственно, Мун. Мон. Ну, Мун звучнее. Надо ему добавить еще одного. Было бы вообще великолепно. Но опять же, крипочка подстопил немного лучше. С этим уже ничего не попишь, хотя особо здесь разницы нет. Все-таки вроде бы не на хайграунд, и вообще первого крипа один это именно Сайлус. Второго. Мон. Мон. Невозможно прикнуть. Мун. Мун лучше. Стул. Это не я, это стул. Ну и пошли по первым крипам. Пока все, в принципе, ну, опять же, ровненько, то есть 2 на 2 считается вместе и дебиты, и задинайны. Но Сайлус здесь уже показывает хоть какое-то сопротивление. Хотя, опять же, его напор мне нравится уже намного больше. Все-таки 4 задинайных крипа, даже 5-й есть. Он просто не дает крипов. Еще одного забрал. Первый для Муна. Точнее, второй. Ну и 2-5 против 3. В общем. Тут, конечно. Опять же, Сайлус вывезет раньше Клаку. Наверное, он, скорее всего, будет покупать именно ее, потому что этот факт здесь очень важен. А с ней намного проще. Ты и себя бьешь меньше, и противника бьешь больше, и от противника получаешь меньше. Гениальный артефакт, по-моему. Да, вот уже и фласочка пошла, потому что, ну, смысл ее вообще-то обуить, потому что если идет какая-то плотная стычка, уже дело дошло до хуков, то это, в принципе, можно считать за конец драки. Или хотя бы какой-то намек. Очень редко это дело заканчивается каким-то мирным разменом, просто по ХП отошли, похилились и снова встретились. Это пуджи хук, что это такое вообще? Там же крипмаг был. Даже я его видел. Что на самом деле редкость. Хотя я... Лично я не вспомню, когда я последний раз играл на пудже, наверное, где-нибудь зимой, в январе, на рандоме выпал. Других случаев вряд ли они вообще, в принципе, могли бы быть. Но опять же, по динамам все-таки Сайлу здесь выглядит намного лучше. Ну, хук такой какой-то странный и непонятный. Но, во-первых, короткий слишком у него. Да и, в принципе, там, по-моему, даже не было Муна. Да, Клака уже едет, собственно, к Муну. Здесь появляется брасерочек. Выходит все-таки в силу немножко больше жирности. Опять же, статы, стрейндж и, в принципе, уже почти 100 000 хп. Но вот что круче? Огромное количество хп и, в принципе, ну, силы, либо все-таки
какой-то хп реген. Вот Сайлу снова отличный хук от Муна. Еще пару подач от Айвер. Надо просто чуть-чуть его завонять. И, скорее всего, это будет победа Муна. Да, это 100% победа Муна. Ну, 2.50. Это, в принципе, самая длинная игра. Получается у нас по итогу, да. Good game well played. Nike 5, она же, именно так называется команда под тегом, который он играет, побеждает и получает пару лишних ПТС в сегодняшнем, на сегодняшнем турнире 1 на 1. На этом все. Вот так вот, да, привет Игорю и Лехе. Привет, Игорь и Леха. Пока что на сегодня все. Собственно, надеюсь, еще получится посмотреть пару карточек на первом фасткапе, который будет начинаться в 13 сет. Опять же, все анонсы трансляции будут в моей группе Оки ТВ. Туда можете спокойно подписываться и вступать. На Twitch канал, конечно же, подписывайтесь, потому что там тоже есть всякие оповещения в разнообразных приложениях на мобильных устройствах. Ну и все. Всем спасибо, что смотрели. Всем пока. Увидимся на следующих фасткапах, которые будут точно сегодня.